Всем большой привет, канал Багроса для наших новичок. Ну что, продолжаем прохождение Horizon Zero Dawn. Делаем дальше обучение. Значит, что у нас в обучении сейчас? Обучение канатомет. Вы получили мощное новое оружие канатомет, из него можно стрелять новыми типами боеприпасов. Это испытание поможет вам научиться обращению с ним и отточить свои навыки. Свяжите маленькие машины, например, рыскари из ржевачников, копьерогов, бегунов, дуголовов, лентарогов, падальщиков или коршев. Ну, что у нас попадется, туда и побежим. В общем, обучение контамет, уровень 8. Ну, давайте выбирать. Заходим в предметы. Нажимаем оружие крестиком. И пошли выбирать канатомет. Вот он у меня. Есть нитемет, а нам надо канатомет. Выбираем. Меняем. Все. Поставили, он у нас есть. Ну что, погнали. Что у нас? Вон там показывает по карте вверху у нас дуголоб. Ну пойдемте на дуголобе и попробуем. Так, я побежал сюда, я здесь спрыгну, нет? Ты разобралась с этим убийцей озера? И? Подождите, надо спросить. Нет? Стражник, не нужен-то нам, а то некоторые побочки у меня еще не открылись. Поэтому я подбегаю к другим и спрашиваю, ищу. Или потом мне придется заново игру начинать, чтобы сделать полностью красивые папочки по плейлистам. На все время. О, буду стараться пытаться. Да, пойдем сюда, чем мы будем? У нас ткать щита, мы сильно не разобьемся. Так что можно и не обходить. Вон. Птички летают, которые нам не нужны. Так, это кто? Наши? Я не стал сразу на этом месте оказываться. Ну, в следующий раз, может, сделаю так, чтобы быстрее было. И получилось коротенькое видео. Так, все, мы приближаемся. Так, приближаемся и выбираем канатомет, правильно? Так, это у нас что? Вот он, канатомет. Все, взяли. Где наши? Дуба. А как ты связываешь? Я что-то... Подожди. Я понял. Канатомет надо связать вас, да? А связать это как? Тут картинки не было. По ногам тебе, что ли, выступить? Нет. А, да, все правильно. Просто стреляем по ногам и... Он, бедолага, у нас связанный, промахнулся. Готов. Второй. И еще сейчас одного. Где там у нас еще один? А давайте птичку попробуем. Там же написано, что можно птичку. Вот она летит. А птичку что-то не так получается. Мне же интересно уже. Да, мне по барабану. У меня же ткать щита. Ты чё? Может, тебе в крыло надо попасть? Странно, птичку не получается. Хотя написано, что птичек тоже можно. Ну, не получится, ничего страшного. Может, она высоко? Так, боеприпасы закончились. Пополняем. Пополняем боеприпасы. Крестик я нажал. Ладно, не будем заморачиваться на птичку. Нам главное исполнить задание. Так, там у нас два бычка валяют. Уй, ах ты, собака бешеная. Не буду я тебя убивать. Где там наш бычок? Хотя, ты знаешь, что ты от меня хочешь? Ты хотела трендюлей получить? Ну, сейчас ты получишь. Иди сюда. О, вот сейчас надо было, блин. Получилось. Оказывается, когда она на земле. И несколько раз. Вот так это делается, ребята. Все. А главное, у меня пока 3 из 3 не показало почему-то. Может, крылья надо еще привязать. А так хорошо, смотрите, вроде связал. Да, почему не можешь? Может, ух ты! Хвост держу, прикольно получилось.
Наверное, побольше просто надо. А мы сейчас еще сделаем боеприпасы, не переживай. Крылья, наверное, надо. О, а ты-то что тут прибежал, бродяга? Ну нахрена, мы сейчас из тебя сделаем троечку. Все. Этого, видите, быстро. Давайте птицу добьем. Крыло, наверное, надо. Блин, а я касатка. Да. Ага. Ну ладно, бычка мы сделали. У нас цель сделана. Я просто так ради интереса хочу с птицей поквитаться. Все-таки, мне кажется, по крылу надо, не? Крылья шевелятся, не могу попасть. Вот это я его замотал. Давайте еще хвост попробуем. Может, из-за хвоста, что я не могу. А вот мы. Короче, всю обмотал со всех сторон, что можно. Ну, короче, вот так это приблизительно делается, вы поняли, да? Задание мы сделали, обучились. Пойдем, подойдем поближе, что она нам расскажет. Ну, по идее, уже не должна умахнуть. В морду, может, еще морду сейчас привяжем. Вот так вот. Короче, все обмотал. Смотрите, сильная какая. Ну ладно, все, я побежал. Не двигайся, она говорит. Мы все равно тебя завалим. Вот это еще, ты еще, бродяга, развязался, что ли? Ну с этими быстро. Ну ладно, не буду я их добивать. На этом задача у нас выполнена. То есть, что мы делали? Обучающее задание, правильно? Теперь перепроверяем. Канатомет. Где у нас пока обучение? Гремучник сделано. Взрыв проща, высокоточный лук, канатомет. Все, 3 из 3 целей у нас сделаны. Все, всем удачи и хорошего настроения. Канал Багросов для наших новичок. Horizon Zero Dawn. Пока-пока. Увидимся, услышимся.